мы провожаем Андрея, он летает в Соединенные Штаты уже с билетом. Да. Через час вылет, да? Да, 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 все, я скоро вылетаю, слава богу. Андрей, все что хорошо. Скажешь на прощание людям, которые остаются здесь? Ну, хочу прежде всего сказать, всем пожелать удачи в своих оппозиционных намерениях, и чтобы все было по-настоящему искренне, и самое главное, чтобы у всех все получалось, не останавливались на своем. Вот так же, как и я, старался максимально сделать лучше для нашей Родины, чтобы все было, как говорится, в лучшем мире. И у нас защищали все права и свободы, отстаивал их, выходил на митинги, пикеты, вот, сам подвергался задержанию. Но, тем не менее, мне не удается здесь дальше продолжать свою деятельность, и приходится уехать. Вот. Хотя я пытался здесь встать на ноги и реализовать себя по максимуму двумя высшими образованиями. Вот. У тебя бизнес, я знаю, был свой. Да, был свой бизнес, но, к сожалению, по всяким нехорошим аспектам его у меня отобрали. Вот. Но, тем не менее, как бы уезжаю в ту страну, где все-таки ждут меня и где действительно считают с правами человека, а не как у нас. Вот. И буду всем помогать в этом же направлении, вот. Также оказывать содействие максимальное, все, что от меня зависит. Вот. И на своем важном этапе хочу сказать, что мне помогла компания «Атлант», это Илья, Алексей, которые смогли действительно мне помочь в моем сложном случае, и все-таки мне удается уехать. Вот. И также хочу пожелать всем не отчаиваться и идти вперед. И кто захочет приехать во Флориду, я максимально окажу вам информационную поддержку, буду снимать ютубовские ролики с максимальной информацией, чтобы вам максимально было удобно и комфортно приезжать и, ну, в общем, просто находиться там. Вот. Ну и всем желаю удачи, чтобы у всех все было хорошо. Да, у тебя виза, да? Да. Скажи, как ты? Да, визу туристическую я получил, все нормально. Вот. Теперь вот осталось долететь и начать новую жизнь. Причем на твоем примере я всегда говорю, когда люди идут за визой, с таким отношением, что да, просто была альтернатива Гуам. Да, да. Ты как бы даже не ожидал, да, что? Да, я абсолютно не ожидал, как бы шел со спокойной такой настроением, что, ну, как получится, так и получится. Итак, у нас теперь будет во Флориде Андрей, да, который будет помогать тем, кто приезжает, там, с водительским, с банковским счетом, с жильем. Насколько быстро сейчас все получится у самого, и сразу же можно будет реализовать этот опыт. Сам пройду и буду вам максимально рассказывать, что и как. Удачи. Спасибо, Илья. Да. Спасибо, Алексей. Увидимся. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, и всем всего доброго. Пока. Счастливо. Удачи в миграции. Пока. Да,